Рядом со мной стоит Олег Осипов, организатор турнира Warriors Way. Олеж, привет. Привет. Олег, привет. Совсем недавно были на твоем турнире. Расскажи, как ты забрел в Колпино? Ну, я, во-первых, живу рядом в Пушкине. Во-вторых, как бы такие мероприятия нужно посещать. Тем более, если каждый город на день города проводил бы не какие-то шабаши, да, а вот турниры по ММА, неважно, кикбоксингу, еще чему-то, это было бы очень хорошо, и развитие спорта было бы. Ну, представь, в каждом районном центре, условно, в Колпино, Гатчине, в Красном Селе, на день города, там, в Пушкине в том же у меня. Вот у меня, кстати, такая есть идея фикс, тоже вот такие мероприятия на день города себя проводить. Такие турниры проходили, уровень бы бойцов рос, оздоровление нации. В целом мы бы забыли, что такое Бразилия, США просто. Ну, у нас бы уровень бойцов был в каждом регионе, потому что в регионах очень мало, где можно выступать, драться и так далее. Как тебе вообще вот этот турнир в плане организации? Ну, сейчас ты можешь уже смотреть после второго твоего организованного турнира, правильно? Ты можешь уже со своей колокольни смотреть, как тебе организация турнира? Да, отлично. Формат, который они выбраны здесь, общественный, да, то есть много народу, детей, вон, женщины с колясками, то есть, в принципе, можно и поесть что-то, и бои хорошие, в принципе, подобраны. И парни, и местные дерутся, колпинские, и питерские, и приезжих много. Очень хороший формат. Кто-нибудь из твоих друзей дерется здесь? Ну, знакомые, да, ребята, мы с Александром Невским хорошо дружим, с Эдиком Широбоком, с учениками, я, в принципе, за них приехал поболеть, то есть у нас дружеские хорошие отношения, вот. И вот поэтому, то есть переживай за них как парней именно, ну, по-дружески. А расскажи какие-нибудь планы свои, когда следующего турнира нам ждать? Ну, следующий турнир, это ноябрь-декабрь, у нас сейчас просто в Петербурге это будет, зависит. Мы сейчас в регионы, Вадим, хотим провести турнир, не в Питере. Если там подтвердится на ближайшей неделе, то это будет ноябрь, а в Питере это середина декабря. Если не подтвердится, там не сможем по каким-то причинам в этом регионе сделать, то это будет начало декабря. Вот. Плюс у нас уже есть небольшая история. Мы вчера были в Финляндии с нашим бойцом нашей команды Алексеем Мартыном. У нас получился такой двоякий бой, то есть вроде мы его выиграли, но судьи отдали финский, судьи отдали ничью. Причем даже тренер соперника скажет, что выиграли мы. Организатор скажет, что выиграли мы. Мы не стали там что-то спорить, мы просто договорились с учредителями финнами, с финской стороной, что они приедут к нам на турнир, и мы проведем матч-реванш, как бы свой. Ну не матч-реванш, рематч, можно сказать, у нас в Питере. То есть уже как бы, можно сказать, такая. Хорошо, Олег, спасибо большое.